Отличные. Голоса великолепные, да. Очень хорошее впечатление. В принципе, понравилось. Единственное, что совершенно другое прочтение. Немножко необычно. Интересно, понравилось. Не надо это. Понравился? Нецензурно, да? Пели замечательно, но ощущение, что наплевали в душу. Вот а почему? Чем наплевали? Постановкой? Постановкой, причем на каких-то достаточно глубинных моментах. То есть нельзя сказать, что осовременение мне не нравится. Не знаю. Ощущение сложное все. Ты хороший, ну, неплохой. Хороший, неплохой, да? Но вы знаете, а старая вот лучше постановка. Угу. Как-то вот больше декорации интересные, в основном все это. Ну ладно, извините. А объясните, почему ужасно? Потому что, ну, надо Евгений Онегин, новую пьесу, это есть Евгений Онегин. В новой постановке, а классику надо делать с классикой. В принципе, если уже у Паши идут, они, как сказать, новые, современные, осовременивать, так надо его сажать. Он же при свидетелях убил. Надо полицию вызывать. Жители нет, ну вот это же ерунда. Хорошая, да. Ленский прекрасный фильм. Отличные. Большое спасибо. Получили огромную радость, удовольствие. Спасибо. А чем понравился? Мне понравился всем. Понравился тем, что великолепно сделано декорации, великолепно пели. Он очень приближенный как-то к молодежи, по-моему, жизни вот сегодня. Спасибо. Скажем так, музыка, все с музыкой все в порядке. Постановщик я бы повесил. А почему? Ну что, он совершенно не понимает ни о чем речь, ни о какой век. Отлично. А чем понравилось? Всем понравились и эти, как пели, голоса великолепные. И вообще, все понравилось. Очень. Ну, музыка, само собой, я вообще, я в восторге. Ну, а музыку это вообще, это не повторим. Восторг. Очень хорошая, мы очень довольны остались. Да, очень довольны. Большое впечатление и очень довольны. А чем понравилось вам? Понравилось все, и как пели, и декорация, очень, и костюмы, классика. И музыка, и то, что перевод вот этот сделан. Все понравилось. И даже лифт для нас, пенсионеров. Каждый стол. Да, великолепно, спасибо. Вы знаете, это фарс на Евгения Онегина. Претензий только к Илью, к Чайковскому, короче говоря, только нет. Мне не очень понравилось, честно скажу. И очень плохо слышно, во-первых. Я слышу только гласные. Согласных вообще не слышно звуков. Только Ленский. Он Ленский пел, да. Действительно, все четко, хорошо. И вот эти костюмы. В общем, нет. Я за классику. А чем понравилась постановка? Вы знаете, всем хорошее исполнение. Ну как, все понравилось? В общем, понравилось, за исключением отсутствия декораций. Декораций нет. Тщательные впечатления. А чем понравилась постановка? Понравилась яркостью, хорошей драматургией, острыми конфликтами. Очень профессионально, прекрасно поют певцы. Давно не испытывали такого ощущения. У меня впечатления неплохие. Особенно второй акт понравился. А сама постановка? Это для зрителей. Чтобы зрители... В общем, что я могу сказать? Первое отделение не понравилось. Постановка. Конечно, музыка понравилась. Чайковский. А вот постановка желает оставлять лучшее. Манеры Татьяны не соответствуют тому духу времени. Чуть современно. Ну, костюм тоже хотелось бы, чтобы соответствие было именно тому времени, когда это было написано. Пожалуй, все.